Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в нашем магазине по адресу улица Бориса Галушкина, дом 10, в магазине «Аквалога» на ВДНХ. Начинается отпуска и встает вопрос, что можно налить в аквариум для того, чтобы параметры воды были более стабильны. И вот я предлагаю вашему вниманию три препарата. Они позволяют добиться интересного эффекта разложения органических веществ в аквариуме. Это препарат «Бактоэликсир Био» компании «Денерли». Содержит уникальную культуру бактерий, которые добавляются в аквариум и активно начинают разлагать органику, которая остается на дне, перерабатывая ее в нейтральный ил. Ну, по сути, это своего рода септик для аквариума. Затем запускается механизм уничтожения этих бактерий, и процесс разложения останавливается. Интересный препарат от компании «Тетра» «Биокарин» работает по похожему принципу, только здесь вы препарат не наливаете, а насыпаете. Его могут есть рыбы, ничего страшного в этом не будет. Можно поместить эти ампулы в фильтр. Соответственно, выделяется вещество, и специфическая культура бактерий активно размножается в аквариуме. Таким образом, препарат позволяет сократить количество подмен и уменьшить воздействие органики в аквариуме. Ну и третий препарат от компании JBL, фильтр Boost, очень интересен тем, что этот препарат представляет из себя вот такой вот порошочек, который засыпается в фильтр, внутренний фильтр, ну, можно во внешник, но лучше, конечно, нет, лучше всего во внешник, внутренний особо пользы не принесет. И на этих кристалликах селятся специфические бактерии, которые позволяют сократить количество чисток фильтра. То есть фильтр будет служить, ну, примерно полгода, его можно не открывать, и ил, вот этот ил, который приводит к торможению прохода воды, он практически будет весь оседать и не мешать работе фильтра. Эффективный препарат, также можно добавить его. Все из перечисленных препаратов будут чрезвычайно полезны в аквариуме во время отпуска, так что смело можете их добавлять.